Времени суток, дорогие друзья, с вами канал Юбилейные Монеты. Сегодня на моем канале мы рассмотрим статистику встречаемости монет с оборота. Собрал вот столько монет в течение недели, двух недель. И сегодня я вам расскажу, что здесь за монеты, какие мне попались, есть ли редкие монеты, нечастые. Давайте рассмотрим это подробнее на моем обзоре. Немного нужно времени, чтобы перебрать монеты и посмотреть, какие же здесь монеты у меня есть. Ну вот, я пересмотрел монеты, и что я могу сказать по этим монетам? Редких тут монет и нечастых нету. В основном все стандартные монеты. Что касается 50 копеек, это 2013 год. 2012 год, так, 2006 год, ну, 2014 год, вполне обычные года. Что касается рублей, часто попадаются 97-98 год, 2013 год, 2012, 2011 год, Московский двор в основном, Санкт-Петербургского монетного двора меньше. Так почему-то всегда происходит. За исключением, кстати, обратите внимание на монеты 97-98 года. Здесь в этих монетах присутствуют разновидности монет. Это монеты, как известные монеты с широким кантом. У меня есть, кстати, видео на канале, как отличить монету с широким кантом. Можете зайти посмотреть. Монета с широким кантом стоит сейчас от 3500 и выше, так что можете зайти посмотреть, как различить. Так, 2 рубля у меня тут 2009 год, 2008 год, 2009 год, ну, больше такого ничего редкого я не вижу. Пятерки у меня 5 рублей. Здесь в основном присутствуют монеты 98 года, 2013 года, Московский двор, 97-98 год. Они, ну, в оборотном состоянии, в таком вот, обычном состоянии, они не ценятся. Если, конечно, монета будет в мешковом состоянии, в штемпельном блеске, ну, это очень повезет, если кому-то, то она, конечно, будет цениться. Так, десятки у меня тут немного десяток, в основном 2013, 2012 и 2011 год есть. Так, из монет я выделил одну монету, кстати, попалась монета вот такая. Это вот 2 рубля 2009 года. Как вы можете уже видеть, со стороны орла у нас присутствует такая полоска. Это как раскол штемпеля или засорение. Вот немного, видите, вот есть такая штука. Вот это, я знаю, что это такое ценится тоже. Я не знаю, сколько она стоить будет, конечно. Но, думаю, больше номинала можно просить. Вот такая монета. В основном такие вот года, ребят. Ничего такого редкого не попадается, не часто пока. Будем смотреть, дальше перебирать. Может, что-то и попадется. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Все, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх, если вам понравилось видео. Пишите комментарии. Всем спасибо и всем до скорых встреч. Всем пока.